Вопросы смены места жительства. Да, он стоит и у нас. Только давайте определимся, для кого. Кто денег не натырил. То есть у кого пенсия средняя по стране и составляет $200, то есть 13 500 рублей, ну плюс-минус. Плюсом, естественно, хронические заболевания. А вот с этим начинаем определяться. Вы, конечно, думаете, что там везде вам рады, а нет. Везде рады вашим бабкам, да и только. То есть определяемся с ценой вопроса. На эту сумму можно легко прожить в Индии, Китае, Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме и Кубе. Там, где нет зоны евро. По сути, это зоны с обалденной медициной. Она там действительно крута. Так что круче всех к евро – это Турция. Круче по цене. А круче по цене для вас, господа, это Индия и Китай. То есть то, что в Турции стоит в 5 раз дешевле, чем в зоне евро и шекелей, в 3 раза дешевле в зоне юаней и рупий. Думайте, господа. По сути, везде работают и по сути, везде рак лечат. К слову о том, что от рака умрет 65% населения Земли. Просто сдыхать здесь я смысла не вижу. Теперь цена недвижимости. В принципе, то на то и выходит. Не думайте о море и баш на баш. Это я вам говорю из холодного зимой и жаркого летом Магнитогорска. То есть, ну, обыкновенный средний город с обалденными ценами на продукты питания. И вот, собрав все это и поняв, что до пенсии можно прожить, я понял, что Турция, пожалуй, круто. Но теперь мысли про Турцию. Тропический климат Турции – это всего лишь 25 километров от Средиземноморского побережья, а дальше Сури. Зима как у нас. В тропическом побережье Турции дома из кирпича на кирпич, и это не ширина. Это просто кирпич на кирпич. То есть в доме-то и не пошумишь. Это вариант не для нас. Наши девушки подчас как египтянки. Плюсом ко всему лицемерие. Ну, в принципе, можете понять, что, посмотрев по истории, Османское государство и это вся дивная территория арабов и тюрков. И то на то и приходится, кроме, естественно, Ирана. То есть вы, может быть, лицемерие не признаете, но так оно и есть. Лицемерие будет везде. В принципе, в бизнесе Россия-то покруче. Там и лицемерие, и кидалово как отбавляй. Но по сути надо понять, что там лицемерие – это суть жизни, и вы ничего с этим не поделаете. Конечно, вы, прокатившись в Турцию, увидите, как у дурака махорки, множество фирм для продажи недвижимости. Тут внимание. Вы можете купить все это из России. О как! Емлакнет и сахибинден.ком. Вбейте и поймете. Конечно, как и по России, здесь есть ипотека. Поэтому в Сахибинден вбивайте Сахибинден и посмотрите, сколько будет стоить дом. А теперь грамотно. Я попался, да и вы попадетесь. Внимание! Турция строилась всегда. Теперь внимание на недвижимость. Дом, который вы можете купить, должен быть был построен позже 2000 года. Все, что ранее, может быть снесено и будет, естественно. Дом, который вы можете купить, должен быть построен недавно, а то 35 лет и все на снос. Что, вам никто такое не говорил? И не говорил лицемер Мухтар Актар? Кстати, вот он, быдло законченное. Помните риэлторов? Говнюки. Говнюки конченые. И вот один из таковых. Говнее не бывает. То есть цена маленькая, а затем вас круто разведут на пятерку. А может быть и больше баксов различной хренью. Я бы похлебал к такому и настучал. Так вот, господа, две важные вещи. Это срок. И вы посмотрите на результат. И он у этих риэлторов появится. И время. Теперь вопрос о переезде. Вы бы хотели бы заработать и сразу. Вернемся к лицемерию. Вас везде лечат. Вы приезжаете и работаете. Блин, ну не верьте оному. Примерное рабство. Вам оно нужно? То есть ни страховки, ничего не будет. Да и к слову, на каждого вашего кренделя вам необходимо будет привезти $5000. За год. А иначе хрень. То есть перемножаем на рубли, получаем дом 3 300 000. Миллион на рыло до 5 лет. Я говорю о семье в 3 человека. Итого 3 ляма на 3 года. Пока не получите разрешение на работу. То есть 6 лямов. У вас есть такое? Жить, конечно, можно и на пенсию, но затем круто. Все бесплатно.
По страховке, естественно. Так что говорить о переезде человеку, не спершего ничего, не получается. Теперь вариант простой. Сдача квартиры здесь и съем. Это легко и везде. Страховку на год, это 100 баксов нарыло. Ну и возможность отвала через границу. Туда-сюда, нет никаких проблем. И, естественно, вариант бизнеса, пожалуйста. Везде и всюду, к слову о цене. Сдаем двуху, за 7 тысяч рублей там снимаем квартиру и живем. 7 тысяч на всю семью вам хватит на хавку. Это просто сдаем и снимаем. Пенсионерам круто, на двоих плюсом 500 долларов. И можно жить припеваючи каждый месяц. И на лекарства, стоящие копейки, на крутую жизнь хватит. Так что места для свала из дивной страны, где мы почему-то быдло, я вам обеспечил.